У ефірі програма «Новини регіону». У студії Олена Мірошенкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Обласні зажинки планують провести у Осіповіцькому районі. Опошняя проверка. 7 сучасних рентген-апаратов рыхтуются до работы у медустановок области. Больше за 17 тысяч могилевских школьников отримают державную допомогу до нового навучального года. Зажинки планують провести у суботу, 29 липеня, на Могилевщине. У господарца Белшина Агра Осіповіцького района комбайны почнут жать озимые тритикали. На наступном тыдні, коли дозволить на дворе, многие господарки приступят до уборочной. У Могилевской области под час сёлетнего жнивания обходно убрать больше за 344 тысячи гектаров збожевых и зернебобовых. По информации облсельгазхарчу, объемы на узровне минулогодних, а вось по терминах гэтае жниво крыху спазняется. Вясна затрымалася прикладно на 2 тыдні. Отповедно, зрушились термины многих работ на палетках. Например, летость на эту ж дату обмолотили 10-ю частку усіх площад. Задача традиционно убрать хлеб у максимально стислые термины, каб не было страт. Увогуле, як патлумачили у облсельгазхарчы, технічныя магчымасці в области дозволяют провести жніво и за 16 дзён. Дозволила б надвор'я. У парку Могилевщины 1356 зернеуборочных комбайнов. Специальные комиссии завершают огляд техники, и аграры чакают старту жніва. Змонтированы, проходят опошнюю проверку и на тыдні починают працевать. Новые рентген-установки розного класса поступили у лячебные установы в области. Докладнее их 7, 3 накированы менавіта у поликлиники Могилева. Одна из рентген-установок змонтирована у центральной поликлиницы Могилева. Хутка яна прыме эстафету своей состарелой напарницы. Новый аппарат позволяет робить широкий спектр рентген-обследований. На службу пришли сучасные лишбовые технологии. Изображение будет высококачественное. Мы, врачи-рентгенологи, можем как-то поиграть с изображением, мы его можем поменять. То есть это контрастность, жесткость, увеличить, подсветить и так далее. Таким чином рентгенологичные здымки будут больше информативными. Медперсонал прошел переподрыхтовку. И хоть сучасная аппаратура все складание, и працевать на ее легче, кажут врачи. Есть свои плюсы и для пациентов. Буквально считывается кассета и тоже появляется на компьютере. Мы его обрабатываем и отправляем на стол к врачу. Мы не используем проявочную машину, не используем растворы. Это все сокращает время исследования, как для нас, так же для пациентов. И мы можем принять большее количество пациентов. Аппаратура не танная. Например, у центральной поликлиницы установка коштовала 270 тысяч рублей. Закупки робятся с республиканского бюджета у межах программы по переобсталяванию медустанов. Это, в свою чергу, позволяет полепшить якость и доступность медпослуг. Переоснащение рентгенологическими аппаратами получили еще и 5-я поликлиника города Могилева и 11-я поликлиника города Могилева, где, можно сказать, аналогичные аппараты также уже установлены. Повышается пропускная способность аппаратуры, большее количество исследований можно сделать в смену, что позволит не допустить образования каких-либо очередей. Еще один, напевно, самый великий плюс переобсталявания новыми сучасными рентген-аппаратами – это снижение радиационной нагрузки при обследовании. Катерина Городницкая, Виталий Алексеенко, «Новини региона». Порушаешь – плати штраф. Как предухилить ДТЗ с тяжкими наступствами, супрацовники ДАИ узмацнили контроль за хуткостным режимом. С 25 липеня яны проводят специальный комплекс мероприемств. Посты ДПС працуют с радарами. За працей инспекторов назирали наши корреспонденты. ГАИУД, старший инспектор ДПС, майор милиции Скамьянов. Документы, пожалуйста. Амаль на всех выездах из областного центра установлены фотофиксаторы хуткости. Ведают про это и водители, и на певном участку хуткость скидают. А далее многие снова тиснуть на газ. Минавито у таких местах шасси за все и ведут контроль инспектора ДАИ. Их мета – предухилить ДТЗ. В области по причине превышения скорости движения произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 11 получили травмы. Вот в целях профилактики таких ДТП госавтоинспекцией с 26 июля по 5 августа проводится комплекс специальных мероприятий.
По статистиці, сьогодні кожен четвертий з тих, хто загинув на дорозі, позбавився життя у ДТЗ, це був перевищений хуткісний режим. Тому контроль хуткості для інспекторів був і залишається пріоритетом. Хотелось бы напомнить любителям быстрой езды, что за повторное превышение скорости в течение года на 20 км и более можно лишиться права управления сроком до 1 года. Кроме лишения также предусмотрена ответственность в виде штрафов. Минимальная там от полбазовой до 15 базовых величин. Під час контролю хуткісного режиму інспектори виявляють і інші порушення правил дорожнього руху. Здравствуйте, старший инспектор ДПС, майор милиции Скамьянов. Документы, пожалуйста. Нарушаете ПДД? В смысле? Нарушили требования дорожного знака 412, движение только направо. На том это висит тоже? А? Я не заметил. Знак висит на видном месте, понятный для водителя. С початку года за перевышение хуткости в области оштрафовано амаль 18 300 человек. Лишь бы не малая, але инспекторы сподяются, что им удастся предохилить великую колькость махчимых здарений. Наталья Ильинич, Миколай Соболев, новин региона. Гості з Поднябесной у Синявокой. Могилевскую область наведали представники Министерства громадской безопасности Китайской Народной Республики. Гэтым візітам кітайскае кіраўніцтва заахвоціла 25 лепшых прадстаўнікоў сілавога ведамства за дасягненні ў службовай дзейнасці. Дарэчы, у Кітаі гэта лічыцца высокай узнагародай. Госці наведалі мемарыял «Бунніцкае поле» і помнік байцам батальёна міліцыі пад камандаваннем капітана Владзімірава. Там адбылася цырымонія ўскладання вянкоў і кветак. Супрацоўнікі абласнага ўправлення ўнутраных спраў расказалі кітайскім гасцям пра падзеі, якія разгортваліся тут у 41-м. Пабылі госці ў Копысі, малой радзіме першага президента Беларуси. У Александрии наведали музей средней школы, в якой учился керовник державы. Знаемство с Республикой Беларусь лепших представников китайского правоохранного ведомства протягнется у Гомельской области. Апошние дни выдались довольно спякотными. У связи с гэтым колькость отпочивающих на пляжах значно повялишивается. Особливо у вечера, когда люди вертаются после спякотного працовного дня. Например, на Пячерском озере у раницу сбираются каля 2-3 сотен могилевчан. То уже до вечера там отпочивают больше за 1500. Як отзначают у Могилевском товаристве вертывания на воде, температура воды у водоемах Могилюшины зараз складая приблизно плюс 20 градусов. Гэта норма для початку купального сезона, отзначают вертывальники. Для середины ж лета гэта холодновато. Меж тем, многие люди купаются, заходят у воду нават с маленькими детьми. Вертывальники нагадывают, что нельга забываться про элементарные меры перестяроги. У воду необходимо заходить поступово, каб не наступило резкого переохолоджения. За осторожности треба подыходить и до выбору места от пачынку каля воды. Лепш за все, калі гэта официальные пляжи, где обследуется дно, где обеспечены уваход у воду, где несут дежурство вертывальники. Место, якое постоянно контролюют санитарные службы. Дарэчы, нагадаем, что до гэтага моменту на Могилёвшине застаются закрытыми для отпачынку на воде три пляжи в области. У районе Палыковичу, Вильшицы и так званого Святого озера. По доследованиях санитарных служб, это место пакуль яшчэ непридатное не только для купания, але и увогуле для отпачынку. Больше за 17 тысяч школьников Могилевской области отримают державную материальную допомогу до навучального года. Про это поведомили у Комитета по праце, занятости и социальной обороне насельництва Могилевского облвыканкама. Як удакладнілі спецыялісты, разовая дапамога для падрыхтоўкі да навучальнага года дзяцей са шматдзетных апекунскіх сем'яў складзе 30% ад пражытачнага мінімуму. Так, у Магілёўскай вобласці 8700 шматдзетных і апекунскіх сем'яў. Па інфармацыі абласнога камітэта, разовую дапамогу плануецца выплаціць да 15 жніўня. Між тым, на Магілёўшчыне традыцыйна будуць ладзіцца і дабрачынныя акцыі, падчас якіх кожны неабыякавы зможа паўдзельнічаць у зборы канцелярскіх прылад, школьнага адзення і абутку для дзяцей і падлеткаў з малазабяспечаных сямей. Напрыклад, такую дабрачынную кампанію актывісты Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі распачынаюць 1 жніўня. Увесь месяц яны будуць прапанаваць пакупнікам гандлёвых цэнтраў в области паўдзельнічаць у акцыі «У школу з добрым сэрцам». Фэст турыстычнага сямейнага адпачынку «Вялікая бар-рыбалка» возьме свой афіцыйны пачатак 28 ліпеня і працягнецца 3 дні. Месца для мерапрыемства абрана традыцыйная – берег Чыгірынскага вадасховішча ў Быхаўскім раёне.
До початку фесту організатори бар-рибалки запланували і цікаві зустрічі. Так, 27 липня у дитячим палаточним лагері у поселку Грудичина Биховського району пройде творча зустріча з патріархом авторської пісні Юлієм Кімом, а так само знакомитим російським поетом і критиком Юрієм Рашенцевим. Нагадаємо, сьоліта у музично-спортивному святі планують поудільничати 10 країн – Білорусь, Росія, Україна, Молдова, Ізраїль, Чехія, Словакія, Литва, Польща і Естонія. Представники некоторых уже добрались до места назначения и отпочивают у чаканні свята. Что до планов, то 28 липня о поудні распачнется оздоровленчае свято «Лазеньки». У 2 дня запрацует гастрономичный кермаш, где можно почастовать национальные стравы краин удельниц фесту. Будет в гэты день и масштабная музычно-концертная программа. Это и конкурс авторской песни, и концерт израильского театру песни «Мерхавим». Так само перед гостями выступить поэт и бард з Витебску Борис Бляхман. Ну и, конечно, пройдет урочистая церемония открытия фестивалю. Традиционными конкурсными программами организаторы так само порадуют у субботу и неделю. У Могилевском областном драматичном театре премьера спектакль «Жанчина мора» по пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена поставил Саулюс Варнес. Премьера 27 и 28 липня. Напередодні прем'єрних показів у театрі відбувся генеральний прогон для преси, театралів і критиків. Як у Могилєві побачили, прочитали і поставили Ібсена, приїхали поглядіти на оце столиці. Саме головне мисль всіх його п'єс – це стремлення к свободі і желання обрести свободу. От вона знайшла воплощення в цьому спектаклі, який я посмотрела вчора і смотрю сьогодні, і буду смотреть завтра. Я з удовольствием посмотрю 3 рази, тому що це необычний спектакль. І здесь режиссер дуже багато зробив від себе вместе з художником. Сценографія одягнення актерів увогуле стилем «Жанчини Мора» займалася литовська мастачка Юрат Рачинскайте. На сцені оригінальні декорації, по-нардичному витончені строї. Усе разом зі світлом і гуками вельми пригоже і незвичайно. Гэта сценічний фон для розмови про свободу, кохання і імкнення до щастя. У Ибсена все персонажи, они не сдаются никогда, да, они все победители, как говорю, хотя они, может, ни одного сражения и не выиграли еще, но они уверены, что они победят в конечном, да, они все бьются за свое счастье, да, и бьются до самого последнего и с верой, и надеждой, да, что все это возможно осуществить. Актеры, занятые у спектакля, працавали над им полгода. У другим актерским складе есть нават актриса из Москвы. И одну из головных ролей, доктора Вангеля, выконывая Иван Трус, якому так само необыяковые пошуки счастья у жизни, как и для всех персонажей у спектакля «Жанчина Мора». Женщина Мора тоже, у нее какого-то пазла не хватает, и она его ищет. Она чувствует, что он, что, как бы, что он должен быть на своем месте. И она его ищет, она чувствует, там, не знаю, там, на запах, на цвет, на что угодно. Она чувствует, что он где-то рядом. И поэтому, конечно же, она его ищет. Поэтому наверняка об этом спектакле, о этом поиске. Між тим, після прем'єри Могилєвський драматичний театр зачиняється на місяць і знов буде чекати своїх глядачів у вересні. Відкриття театрального сезону у Могилєвському театрі заплановано на 23 вересня. Новий колектив і нові задачі. У Могилєвському міні-футбольному клубі «Форте» великі переміни. Перед командою, яка ні разу не трапляла у плей-офф чемпіонату Білорусі, стоїть задача стати чемпіоном країни. Досягнути мети повинні допомогти відомі білоруські ігроки і опитні легіонери. Вони узмацнили «Форте» у міжсезонні. Подрыхтовку до нового сезона наша команда начала у середине липня. У початку тыдня могилевчане отправились на сбор у агрогородок Александрия, где тренируются у двухразовом режиме. С тех футболистов, кто начинал у «Форте» минулый чемпионат, засталось только 2 человеки. Контракты с «Форте» подолжил квартет российских легионеров, который значно узмацнил клуб у початку года. Сярод шматликих початковцев есть нават и игроки национальной сборной Беларуси. Гэта Вячеслав Шербаченя и Сергей Шостак. У мая яны стали чемпионами краины у складе Минской столицы. Неузабаве обновлены «Форте» проведе первые товарыские поединки. Один из верогодных суперников – флагман российского мини-футбола «Нарыльский никель». Еще больше цікавих новинок про Могилевщину на нашем сайте tvrmogilev.by. А я с вами развитываюся. До встречи. We'll be right back.